Привет всем! Добро пожаловать на канал Деревенька у пруда. Я сегодня решил заняться поилкой для бройлеров. Вот, купили мы все для этого. Вот сама поилочка. Это ниппельная. Вот. Вот такую мы купили. Шланг купил. Штуцер, гайка. И бачок 20 литров. Проделал отверстие в бачке под штуцер, а потом уже по месту буду уже монтировать все это и соединять шлангами. Ну все, приятного просмотра. Так, крышку пока я. Крышку не привезли, затянули. Крышечку пока можно снять. Так. Так, ребят, решил делать в дне отверстие. Так, ребят, просверлил сперва маленьким диаметром. Сейчас вот побольше рассверлю. Туда улетело. Но этого тоже маловато. Сейчас надо будет как-то рассверливать. Все. Так. Сейчас вам ленты подмотаю и туда, и все дело затянул. Сейчас я сделал проверю на герметичность. Так, аккуратненько наливаем, чтобы снаружи не намочить. Вот, смотрим, все сухо, все отлично. Так, ребят, все на герметичность проверил, все замечательно. Вот, сейчас она пока сливается у меня. Все, вода уходит. И сейчас будет второй этап. Монтаж всей этой системы. Так, ребят, ведем себя тихо, чтобы ласточку не напугать. Вот она. Усиживаются яички. Так что потихонечку. Так, ребят, я хочу бак это разместить вот сюда вот. Вот. Вот на это место. Потому что тут он будет валиться, она облокачивается об сетку и будет валиться на одну сторону. А здесь он будет ровно, потому что у меня сам каркас выставлен в горизонт. Вот, сейчас я сюда дощечку одну, как своего рода площадочка была под этот бачок, и все. А потом шлажиком отсюда, а с этой стороны мне уже будет поилочка висеть, вот тут вот, на какой-то высоте, да, на этой. Так, ребят, ну все, сделал я сюда площадочку, вот, одну дощечку широкую, на два саморезика прикрутил, все, вот тут я шлангик все уже в клетку ставил, все оставшее посередине, вот, если надо было это, чуть-чуть мне дощечку в сторону, чтобы шланг вот, в клеточку, ну ничего, бачок можно вот так по диагонали чуть повернуть, все, он уже по центру стоит. Это все мелочи жизни. Вот шланг я сначала протянул сюда.
Так, вот поилочка. Сейчас я ее вот оттуда изнутри закреплю на нужной высоте и подсоединю уже сам этот шланг к этой поилочке. И все. И будет готово. А притягивать я буду обычными такими хомучками. Вот вам туда пока. Пейте там. А мне тут работать надо. Так. На какую высоту крепить? Наверное, вот на такую. Вот. Главное, чтобы было выше, чем их задница. Я думаю, это главный критерий. Так. Вот так, вот так, вот так. Так, ребята, что скажете? Пойдет такая конструкция? Ну все, остается мне соединить это дело. Пока рез отрежут, интересно. О, отлично. И бокорезом получилось. Все, сейчас я одеваю шланг. И заливаем воду. Ну вот, ребят, девчата, все. Забабахал, сделал. Вот, зацените. Бачок стоит. Все нормально, ровно. Это я повернул из-за того, что это... отверстие, но его можно вот так вот крутануть, и он будет строго по центру этой доски. Вот. Все. Шланг я тут захомутил, чтобы он никуда не провисал. Поилки все. Тут все соединил. Поилки закрепил, никуда не денется. Все, курица будет подходить, пить и радоваться жизни. Все, я думаю, больше тут ничего не надо. Вот. Единственное, сейчас вот посередине, так вот по диагонали один хомутик пропущу, чтобы он это так вот не болтыхалось. Так, ну все. Все, теперь оно жестко, никуда не девается. Остается налить воды, убрать у них эту. Старую поилку, налить воды и кормушку на место повесить. Так, ну что, ребят, все готово, процесс пошел, как вы видите, погнали они. Все, одна-две начали уже, значит, все догадаются так делать. Вот, ребят, такая клеточка получилась. Ну, клеточку-то вы видели. Теперь такая поилочка, вот бак, тут проходит шланг к самой поилке.
И вот такая кормушечка из трубы 110 канализационной. Вот этот прорезь наделал. Сплошняком вырезать не стал, потому что она будет так вот сплющиваться тогда. И так это усиление, вот эти вот промежутки. Ну, на обыкновенную вязальную проволоку крючочком сделал, привязал. И все. Все красиво, все хорошо. Канистр у меня тут 20-ка стоит. А сам поилочку я закрепил на обычные хомутики. Вот. Раз, два, три и четвертый, чтобы она еще не болтыхалась. Все дешево и сердито. Все работает. Теперь они будут пить чистую водичку. Они с кокулями. Кушать чистый корм, тоже без кокулей. И под ногами у них будет чисто. Тоже без кокулей. Тоже без кокулей, да. Одна жизнь без кокулей. Да, вся да. Какашка там. Вся кокуля будет внизу. Остается мне только время от времени оттуда вычищать все это дело. А кокуль-то у них много. Да, я вот, сколько они там, в том сарае. Цыпа. Они в том сарае для тренера побыли. Там кокуль-то хорошо ее на это накидали. Ребята, в данном проекте ни одна птица не пострадала. Даже вон та ласточка. Мы ее старались не потревожить. Она у нас сидит на яйцах. Мы старались ее не нервировать. Так что у нас в хозяйстве скоро пополнение. Да. Ну чем мы больше сами меньше будем приходить, тем лучше для нее. Как долбится с ними. Видите, кто-то оттуда пьет, кто-то отсюда пьет из чаши. Кому как нравится. Они пока еще не догадались, что остальные тоже так работают. Ага, вот, вот она пьет. Оп. Эти красненькие цвет их приманивает. Они начинают пробовать клевать, а тут водичка. Оп, не догадались. Ага, вода пить можно. Вот такие вот дела. Вон, оттуда попила, отсюда попила. Вон. Ага, там повкуснее. Ага. Ваша оценка, дегустатор. Некогда ему. Ну, на этом все, ребят. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все. Всем пока.